Ребятки, если вы хотите получить новенький iPhone, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка ⁇ это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Кажется, пора уже к бабушке идти. Ребята, всем привет! С вами я Коля, и сегодня я решил сходить в гости к бабке. Потому что, ну, она мне вчера говорила, что, в общем-то... А, чего? Коля, чего такое, житель? Ты себе не представляешь, что я вижу. Чего, чего? Короче, я. Знаю, я знаю, да что давай я уже, что ты, что ты томишь так долго-то? Ну, что ты там, знаю, цветок ты увидел, вас. да? Потому что весна. И хочу тебе сообщить про неприятнейшую ночь. Хотя <свот> для нас это новость приятная. Чего? Чего случилось-то, ну? Грэнди померла. Чего ты говоришь такое? <свот> ну, я вот тебе говорю, потому что там я видел могилу. Написано. <свот> Могила Грэнди. А... Грэнни могила, я уже... В смысле? И вижу написано, могила... Ты понимаешь, что мы вчера только с ней договорились Нет, о том, чтобы... Бабки, больше нету. Да мы сейчас с ней встречаться должны, вот я в ней да гости иду. Да не должны, не должны, все, давай еди, нету больжима, бабки, ага. место у нас свобода. О, блин, ребята, жители-то, конечно, рады, а я вот что-то как-то в недоумении. Вроде сегодня не первая Преле, может быть, они мне заранее решили разыграть. Вот этого я, конечно, точно знать не могу, но мне кажется, что попахивает, если честно, каким-то розыгрышем. Ну, потому что, блин, ну как? Да ну, да ну, глупость какая-то. Или серьезно? А вдруг бабки больше нет? Сейчас вот так вот прихожу, а бабки нет. Смотрите, прихожу, а бабки не в комнате, нигде нету, ни в ванной бабки нету. А, бабки. Нет, смотрите, и правда, ребята, бабки же нету, бабки нету! Так как... кто там а, орёт в баб... Бабка, а ты где? Я фазанов развешиваю, а чё? А ты где? Да где, где? В мясницкой комнате, мне фазанов прислали, вот мне надо подвешить их, чтобы они высушились. Комната мясника, комната мясника, так, надо думать, а, это он туда надо как бежать. Какая комната мясника, что ты чашешь, ты что, дом перепутал? А ты где в мясницкой-то? Мясницкая у меня только одна, мясо где висит. Ну вот, вот, вот. Так, фазаны, Бабка, бабка Фаз... ну посмотри так, на меня, ты живая? Фазаны. Да отойди, я тебе говорю. Бабка, так, ты фазаны. живая? Так, если ты... Еще раз что-нибудь тронешь баб, в баб, доме, я подожди. тебя в этой холодной комнате баб, и ты будешь сидеть тут вечно. Понимаешь, что? Мне сейчас житель Чуть, сказал, внизи. что нашел твою могилу. И что Ой, тебя ты, больше нет, и давай, они очень рады. Да, сейчас рады, я рады, я тоже рада. Давай ставь дверь. На. Так, ну-ка. Фазаны, еще один должен повеситься. Отойди, говорю. Да. Так, вот последний. О, все, мои фазанчики пусть сохнут. Офигеть. Так. Баб, о, О, подожди, бабушки, телефон, господи, где он? Ну-ка, кто это, баб? Да что откуда я знаю, подожди, телефон кажется, не живая. может найти. Так, вот это... Бер, ты, блин, а, правда, а, кажется, живая. Так, подождите. А, Теперь это, блин, и правда Алло! Ой, так кто это такой там? Алло, что тебе надо, а? Василий, что тебе надо? Ты что там, приболел? А? Ты что, живая, что ли? Да. В смысле живая? Что ты чешешь? Да. подождите. Чё, чего? А я видел? тебе говорил, бабка. К -к 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 в каком лесу? В какому могилу? Вот. Ладно, давай, ага, пока. Бабка. Чё? Я ж тебе а говорю. Думала, чё? Вы чё? Вы что все несете сегодня же не Баб, уточни, апреля. а где, а где это? Он сказал, где это? Возле тюрьмы говорит. Пошли, бабка, посмотрим. Ничего не поняла, какая Слушай, ну один-то житель так, мог. чем? А. Если они меня, короче, разыгрывают. Так. Разыгрывают. Я... Ой, ага. от меня пощады лучше не ждите. Вот сразу. Бабку, вам говорю, да нет, что... да вряд ли два жителя. Я они же вот не особо общаются. Я говорю, что просто капец, Вам всем будет просто капец. Давай, выходи, бабка, Пошли, куда просто он тебе будет сказал? Копец. Ну, вот туда, говорит, в тюрьме. Блин, как думаешь, это вообще правда, не ребята, блин, вообще, да блин. Я думаю, неправда, они чушь несут. А... Так, ну, Васильев, что понятно, он может и перепил, он любит это. Ну, 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 Это залить за шиворот, так сказать. Поэтому, ну вот тюрьма, где могила, никакие могил Не нет. Че вы чешете мне тут? Да? Правда Бабушку нету. только знаешь, от, от Ой, Подожди, подожди. А пошла-ка я в свой вот, дом схожу. Бабка, стой, стой, вот смотри. Чего? Моги. Стоп. Вот да тут где? написано моги. Да вот, вот. Ой, могила кло... Чё это такое? могила кло... клона могила грени. Могила клона грени. Это как это? Не знаю. Это как это? Бабка, Хулигана, там какой-то как сундук. Это? Ну и чё? Сондок, и никакие могилы нету. Чё это Стоп, тут книга. Все, я убираю все. Все, убираю нафиг. Дом я себе построила. Осталось сделать точную копию деревни, тюрьмы и остальных построек, затем переманить всех жителей и заставить работать на меня. А эта старуха пусть помирает в одиночестве. Как это, кто эта старуха? Я эта старуха? Бабка, так наверное. Это я-то старуха, я-то в одиночестве. В смысле? Кто она сделала? не знаю. Какой дом она сделала? Что она сделала? бабка, А ты где? Хрухан? хруган? Кулиган! Это что такое? Кулиган, ты где? Я тебя спрашиваю. Я провалился, бабка. Ты давай тут со мной шуточки-то не шути. Сейчас надо бабку сначала, ребят, сюда же. Сейчас я вылечу бабку, стой. Стой. Куда ты пошел? Да вот он я, иди сюда. Где? перный бабка. а это что такое? Что такое? Что такое? Ты глянь. А что такое? Бабка. Это, а что это? Стой, вон клон твой стоит. Ох, ты ж ёперный балет, тихо. А, а это твой дом, бабка. Так это же мой дом. Тихо, бабка, ты услышишь. Это да, смотри. Кухня моя. И комната там даже моя. Да. И даже зелье варка. А это, это как Даже это? зельки там твои. А, хулиган, у меня что, раздвоение личности? Нет, бабка. А это, это как это? А как это дом? Пойдем, пойдем, пойдем с клоном поговорим. Я ничего не поняла. А только аккуратно. А бабушка вот, А в шоке находится немножко. А как это? А я не знаю, как это А как это, это так бывает вообще, собственно говоря? Не знаю. Бабка, ну мне страшно. Так, слышь ты, старуха. О, О приперлась. Че тебе надо? Вали отсюда. В смысле О, бабка, приперлась? Бабка, она реально такая ты, же, как ты, только меньше. Ты что тут делаешь? Капец, ребята, я там, тебе посмотрите, говорю. Посмотрите, она реально как клон. Просто посмотри. Я посмотр... тебе сказала, ты че приперлась? Жесть. Иди давай на свой верх, тут моя территория. В смысле твоя территория? Ты сейчас ч... чесать-то мне где что будешь? Ты Это мое все земли и территории, ай! понятно? Ай, а, я начал, ай! Ай, он еще креатив Ана... собирает? перный болет! беги, хулиган! Бабка, Хулихан, мне нужно оружие! Я, я, я... Сейчас, хулиган, я тебя спасу, ты -то самое главное, беги пока куда-нибудь. Бегу быстрее, бабка! А, ты ж перный болет. А мне оружие стоять. дай! Стоять! На-на-на-на-на-на-на! Держи! Давай, бабка! А, стоять, я тебе сказала! Да пошли вон отсюда. О, -о хулиган, давай, бей ее, бей! Бью, бью, бабка, давай бью. Давай, я ее сейчас тоже на, хлобу. Так, сейчас мы ее... Ой, сейчас. ой, 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 ой. ой. то она так. агрессивная то слушай, агрессивная какая? Ага. Обирайтесь отсюда, давай я вам скажу. Так. Да куда давай, бабка, давай. О, все. Капец, это она живучая, это? слушай. Это реально. Бабка, верни ее креатив. Слушай, подожди, сейчас я зелье кривить. Подожди, пошли в зельеварочку ко мне сходим. В этот дом или в тот? Ну, конечно, это, 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 это точная копия моего дома. Даже с зельеваркой той же, понимаешь? Это Блин, как бабка, это? я надо гряз... этот дом, наверное, уничтожить. Слушай, что? Да, в смысле уничтожить? Не надо ничего уничтожать. Ты что чешешь-то? Давай какую-нибудь зельку ты... кидай мне. меня. Да, все, я сейчас тебе кину. Ты успокоишься? Или давай, я тебе бабка, говорю? давай. Так, все, давай. Ты, ты где? Давай. О. Все, давай. 30 секов. Ага. 30 секов, и все, у тебя будет о -о А дом-то, мне кажется, он все-таки уничтожен. Не надо уничтожать Почему? ничего. Это будет мой второй дом. Я тут некоторые стены, так сказать, комнатки снесу. Сделаю себе тут большое зелье, барочку. Ну, короче, буду тут это жить иногда. Чего говорить? Кого? Чего-чего проводить? Да говорю, буду тебя провожать, тут это, в а, звать. Да? Ты, ты не слышишь, что ли? Глухня, ну, что ли? Ну, ну ладно, ну пойдем отсюда, ладно. Все, пошли. Так, а где ага. выход? Да вот он, тут выход. О, вот тут. Выхода нет! О, вот тут, бабка, о. Господи, а что так темно? Да я не знаю, я ночное зрение выполнил ненормально. А я вообще ничего не вижу, бабушка вообще ничего не видит. Ребята. А где, собственно говоря, я... А вот она я. Ну все, ладно, я пошел в деревню. Все, я пошла домой. Ага, ладно. Надо будет подготовить зелечки, какие есть. Нет, страшные. ребята. Я не Эти пойду. это вообще никто не увидит, так. что я делаю. Зна ну, уж нет, ребята. Если это клон хотел сделать, то теперь бабка хочет... Нет. Я так этого просто не оставлю. Надо, ребята, здесь все вот так вот заминировать. Вот так вот. Все. Побольше, 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 чтобы от этого дома ничего не осталось. И просто это все, мне кажется, подорвать. Так. огниво. Все, ребята, поджигаем. Все. Я думаю, что теперь это будет вполне достаточно. Ну, смотрим. Надеюсь, хватит. Так. Ох ты ж, ё-моё. Ох ты, ё ребята. Тюрьму-то главное, чтобы не задело. Ой, ой 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 Ребят, ну вроде как тюрьму не задело. Но так немножко. И сейчас скажу, что грунт провалился. Просто смотрите, блоки песка летают. Ох. Жесть, вот это я немножечко переборщил. Ой-ой-ой-ой-ой. Тюрьму надо будет потом починить, конечно. Ладно, в общем. Ребята, смотрите, докуда даже долетело. Жесть. Ладно, ребята, в общем, я погнал в деревню, типа меня здесь не было. Так, все-все-все, ребята, всем удачки и всем пока-пока.